Особенно под конец я стала ощущать, что все события, которые происходят в моей жизни, происходят в сериале. А потом, когда я читаю сценарий, например, серии, которые я буду играть, то же самое происходит в моей жизни. Ну, то есть, представляете? Ну, то есть, я не знаю, там, к примеру, я сегодня читаю серию, как Букиных обокрали. И буквально через два дня обокрали меня. И я так начинаю задумываться, то есть, это как? Ну, то есть, какие-то события, вот просто вот они начали уже пересекаться. Был момент.